свое время о Елене и ее детях трубили все газеты. 25-летняя мать ждала тройню. Когда муж узнал об этом, то бросил красавицу жену, сказав лишь, что не потянет троих. Тем не менее, женщина не стала убиваться по ушедшему возлюбленному. Мать, сестра и брат помогали Елене справиться со сложной беременностью. Попав в больницу, она быстро стала настоящей знаменитостью. Когда врачи осмотрели роженицу, то поначалу просто растерялись, она была на 7-м месяце беременности, но что-то буквально выдавливало ребенка наружу. Загадка быстро прояснилась. Два плода располагались сверху, один снизу. Две верхние девочки с собственным весом буквально выталкивали сестру наружу. В течение нескольких дней Елена чувствовала странное движение в животе, но надеялась, что роды не наступят слишком скоро. Увы, маленькая кроха появилась на свет на 7-м месяце. Крошечная и слабая, она весила всего 950 грамм. Девочку сразу поместили в инкубатор, а врачи приготовились к рождению еще двух малышей. Но тут, к всеобщему удивлению, у Елены прекратились схватки. Врачам пришлось сделать трудный выбор. Обычно, если близнецы появляются на свет с большим перерывом, через час роды искусственно стимулируют. Но на этот раз специалисты сомневались. Две оставшиеся девочки были еще меньше своей сестренки. На таком раннем сроке они могли просто не выжить. И тогда врачи решили подождать. Чтобы не рисковать здоровьем детей, Елене пришлось оставаться в постели. Она даже не могла обнять и понянчить свою старшую девочку. Женщина так боялась за своих малышек, что старалась как можно меньше двигаться, так прошло 3 недели. Врачи уже просили совета у коллег со всего мира, в их практике не было ничего подобного. В конце концов, рискованное решение медиков окупилось удачей. Сестрички появились на свет крепкими и здоровыми. Разумеется, их все равно пришлось выхаживать в реанимации, но благодаря стараниям специалистов, через 2 недели вся троица уже лежала в одной палате с мамой. Узнав об уникальных тройняшках, общественность решила помочь семье Елены. Власти родного города выделили женщине новый дом, а волонтеры снабжают одинокую мать специальной смесью и лекарствами для маленьких дочерей. Сложно сказать, как сложилась бы судьба молодой матери, не окажись в роддоме отзывчивых специалистов. Отложив роды двух девочек на 38 дней, они буквально спасли малышкам жизнь. Этот беспрецедентный шаг был весьма рискованным, но именно благодаря ему крохи спаслись. Вот что значит настоящий профессионализм. Друзья, если вам понравилось данное видео, оцените его, пожалуйста, лайком и напишите в комментариях ваше мнение. Большое спасибо за просмотр.